По линиям. Вот я да. Вот как боги остаются, перейти назад. Мы по линиям бежим или все сразу? Два мотика на палке стоят для каждого. Все сразу бежим. Я хуею. Все бежим или по линиям? Только хобби! Все хобби бегут! Все хобби! Ну! Так, что-то надо маску, блядь, одеть. Yeah.
стой! Ну чё тут, парни, опять у вас? Опа, красавчик! Чё, живой? Да, нет! Ебани ему, конечно! Эй! Эй! Блять! Двигайся, нахуй! Блять, блять! Давай, давай! Старший, вперед! Давай! Ух ты, ёпта! Ну вот здесь и собрались, собственно. Есть, блядь. Опа, есть. Yeah.
хорошо? Ого, я понял. Но тут извиняй, контактный вид спорта, блядь. Обломал я, дайте чуть-чуть. Я заснял. Хорошо, не в голову.
ёбаные камни, блядь! Ёпта! Ёбаный, блядь! Я думаю, кто там сзади хуярит так уверенно, блядь! Ебаш, люто! Забери ты ебаш! Есть! Скажите, молодёжь, как это ездит! Mm-hmm.
Да, проебали. Ну что ты, ёпты? Ты ж, блядь!
А, блядь. Сегодня какие-то забросы сплошные. Кипиш? Thank you.
Нихуя себе аттракцион. Красиво. Да. Ладно, бросай его нахуй. Сейчас еще раз заеду. Вниз пойдешь? А? Вниз пойдешь? Да, да. Мотокросс, блядь.
чуть-чуть. Красиво? Ну красиво же, а? Первый раз не заехал. Три раза заехал, первый нет. Ты третий круг едешь, четвертый? Молодец. Я тоже первый раз заехал, а сейчас ебусь что-то, блядь. Да. Да заебала ты, ёпты! Чуть-чуть, блядь! Пиздец, блядь.
Че, парни, сколько кругов? Я три. Красавчик. Короче. Я финишировал. Два круга? Два круга. Михаил. Александр, давай так. Впервые в истории гоночной серии Александр Кузнецов доехал до финиша. Слушай, такое ощущение, что у меня поднялась самооценка, ну и все остальные части тела как бы немного подросли. Да. Да. Ты, заметь, ты просто приехал на финиш. Да, это... И причем не так долго я ездил. А это сколько кругов? Два круга. Два круга? Да. Ну я, пойдем, покажу. Я разломал его весь, потерял защиту. В общем, я получил полный спектр удовольствий. Вот. Не, ну как, весь. Ну, защиту где-то я в лесу сейчас, наверное, еще кружочек. Ну, так это, я думаю, не особо. Ну, вот мой боевой друг, газ-газ-топ, кстати. Вывез меня из этого барахла, и я даже проехал. А, во, еще здесь что-то у меня. В общем... Он испортился? Нет, он не испортился, он просто, как это, набирает крепость, как говорится. Как вино, как хорошее вино. По временем только крепость. Да. Ой, Серега! Ну, что, как, сколько кругов? Ну ты монстр! Ты сколько? Два! Ну я финишировал! Блять, ну я первый хуёво! Я потом второй день тоже... Поехал я, как пока нет! О! О, вот это вот я же хотел! Тебе не надо! А? Надо. Надо? Сколько можно писать? Давай, Лёшка. А там чё? Чё, можно попробовать? Да, конечно.